Итак, друзья, начинается у нас матч между Никитой Ивановым и Анатолием Поповым. Сыграют они между собой в матче за третье место. И в ничья у них была со счетом 3-3 в матче первого круга. И сейчас уже турнирных раскладов в этом поединке нет. Однако, лично мне этот матч видится довольно интересным. Мне понравилось, как играл Анатолий Попов в своем первом матче. Именно в ТВ-эфире, когда уже ворвался я в него. И классно закрыл он 91, великолепно считал Анатолий, что очень важно в дартс. И сейчас 137 от Иванова, молодец, виден настрой. Напомню, что является он мастером спорта по настольному теннису. Спортивный бэкграунд, видимо, дает о себе знать, и сейчас уже балуется Анатолий Попов, начиная через центр мишени, и делает это хорошо. В 50 попал первым же дротиком. Но дартс такая игра, да и в любой спорт, где нужно, конечно, все равно бороться до конца. Понятно, что преимущество у Иванова безумно солидное, но нет никаких гарантий, что он этот лэг заберет. Больше, чем 100 очков преимущество у Иванова. Ну, конечно, этот подход 137 многим помог. Подобные турниры, конечно, влияют значительно на рост уровня дартсменов. Они понимают, что их снимает камера. Они понимают, что затем они свою игру посмотрят. И это, возможно, дополнительная мотивация и движение к росту. Конечно, классные турниры, ничего не скажешь. Вот, пожалуйста, есть шанс у Попова выйти на чекаут, нужен требл. И уже не все так плохо для него будет. Но, тем не менее, 6 дротиков минимум на 114 у Никиты Иванова. Ой-ой-ой, какой срыв происходит сейчас. И лишь 80 оставляет себе Никита, 180 в остатке у Попова. Надо бы требл ловить сейчас, но хотя бы с 20-го сектора не гулять. С этой задачей справляется Попов, 80 для Иванова. Снова мимо мишени играет Никита, и лишь 55 оставляет себе Шанхай для Анатолия Попова. Нет, все очень близко, все очень кучно, но без утроения. И последний дротик совсем срывается. Два дротика на топ сейчас у Никиты Иванова. Удвоение 10. Не справляется он с этой задачей. И 79 для Анатолия. Через утроение 13 пошел. Какой агрессивный стиль игры мы наблюдали. Что было вторым дротиком? Все правильно, конечно, 25 булл играл Анатолий. И сейчас Никита справляется с удвоением 10 и очень уверенно идет дротик из мишени забирать. 1-0 повел. И после провального первого подхода в исполнении Анатолия Попова не сумел Иванов что-то противопоставить. Есть тревел от Анатолия, однако 87 нельзя сказать, что сильно его вытягивают вперед. Но, тем не менее, после такого подхода в исполнении Никиты Иванова, конечно, у него будут проблемы. Но вот уже по первому взгляду можно понять, что Никита Иванов это не Джеймс Уэйд, это скорее Майкл Смит. Человек, который может чередовать очень классные подходы с очень плохими. То закрывается первым дротиком, то 137 набирает, то набирает 23. Вот Анатолий гораздо более стабильный дартсмен, но каких-то безумных всплесков за ним не наблюдается. Сто сорок для Попова сейчас.
Очень плотно он играет в 60, но промахи имеются. Все равно Требл еще как следует не нащупал. 302 у Иванова, в 200 очков разница в этом леге, абсолютно проваливает этот отрезок матча Никита, и разброс у него абсолютно дикий. Но, опять-таки, я уже замечал, что он, конечно, больше не про стабильность, а именно про всплески. Оставляет себе 32 Попов, было у него 2 дротика на топс, да не было. Выручает себя последним броском Иванов, но это все лирика, поскольку 3 дротика на 32 есть у Анатолия Попова. Он справляется с этой задачей, и, как мы видим, так сдержанно, но внутри, судя по всему, очень бурно реагирует на эту удачу. Дух победителя имеется. Напомню, что лишь с 2018 года играет в дартс Анатолий Попов, и учитывая уровень, который он сейчас показывает, не зря он эти 3 года провел в мишени. Вот, пожалуйста, 98 исполнение Иванова. Перед этим тоже был хороший подход. И 321 после 6 дротиков, учитывая контекст сегодняшнего турнира, это очень даже хорошо. Вот снова у нас лег, в котором преимущество явное у одного из дартсменов. Но, по-моему, здесь все-таки упирается как раз-таки в Иванова, поскольку он либо проваливает лег, либо проводит его блестяще. Вот снова, пожалуйста, есть 60. 85 в итоге, да, сорвался последний дротик, но ничего катастрофически страшного не произошло, потому что очень далеко находится Попов. Ему только 2 утроения позволили бы оставить себе окончание, но этого не происходит, и 113 для Иванова. Восемь оставляет себе Никита. И снова очень плотно обстреливает 60 Анатолий, однако не попадает в требл. Очень близкий промах сейчас в удвоение 16 от Иванова, но он к мишени гарантированно вернется, поскольку не на окончании его оппонент. И снова просто все кромки утроения обстрелял Анатолий Попов, но так и не попал. Справляется Иванов сейчас с удвоением 16 и делает это очень уверенно. Четко по гайду сработал. Пока без брейков, и Иванов сейчас начинает лэг номер 4. Кстати, в группе Darts Pro Tour, который вы можете увидеть у меня на стене ВКонтакте, мы сейчас эфир ведем именно на Ютубе. Если вы перешли из ВК, либо знаете, как меня ВКонтакте найти, что довольно вероятно, то переходите в группу Darts Pro Tour, подписывайтесь на нее. Ребята реально стараются, стоит их подпиской, лайком поддержать. Там есть опрос, кто выиграет сегодняшний турнир. И я не знал, как мне голосовать изначально, потому что ребят я откровенно не знал, знакомился с их игротской биографией лишь непосредственно перед турниром. Но сейчас, глядя на матчи и понимая расклады в целом, я оставлю свой голос, ну, конечно, не скажу за кого. Ну, тут понятно, что либо Давыдик, либо Бурнашов, потому что Попов и Иванов уже в финале не окажутся никак. Но вот за одного из ребят я проголосую. Кстати, за Давыдика большинство людей проголосовали. 62% верят в победу Эдуарда.
И снова преимущество у одного из дартсменов Леги очень солидное. И снова все в большей степени упирается как раз-таки в игру Никиты Иванова. Но проблема ли это Попова? Нет, конечно. Он играет стабильно. Он прет как танк. И, кстати, очень редко гуляет из 20-го сектора. Это отличнейший признак для человека, который не так уж и давно занимается дартс. Ну вот от Иванова снова провальный подход. Не удивлюсь, если в следующем подходе будет у него что-то прекрасное. Ох, как красиво сейчас! Ай, какая красотища могла бы быть в исполнении Анатолия Попова. Но он не попадает в центр мишени. Начал с була прекрасно. В итоге в 14 попал последним броском, оставил себе 36. Улыбается Анатолий, ну красавец, настоящий, классно сыграл, конечно. И приятно, что есть люди в российском дартс, которые считают реально великолепно. Отмечал я в своем влоге из Солнечнодольска, что практически никто считать не умеет, даже на каком-то базовом уровне. То есть люди просто шарашат мишень, пока не упрутся в какое-то окончание. Ну вот Попов считает блестяще. И на даблах стабилен Попов. Стабилен. Вот ощущение, что его удвоение обгоняют его набор. Есть такое понятие в дартс. Сейчас срыв случается у Иванова и 76 очков в наборе. Но вполне себе приятно вот такие срывы иметь, когда в 54 дротик уходит или в 36. Понятно, что не в восторге человек от того, что в принципе у него на через сектор дротик улетел. Но в то же время это же дает результат по цифрам. Значит, приятно. Четко держит сектор Попов. Я не понимаю, как этот человек сумел лишь две ничьи сыграть сегодня, при этом несколько матчей проиграв. Потому что он реально молодец. И не только в подсчетах дело. Конечно, можно уметь считать и не уметь играть. Поэтому ты можешь сколько угодно считать, но твой соперник будет закрываться раньше. Но Попов как-то совмещает это. Так вот, что касается гонки Анатолия Попова, его набора и его даблов, то как раз-таки мне кажется, что все-таки удвоения опережают набор. Они лучше, чем набор, колоссально. Я не вижу статистики именно по проценту чекаутов, по проценту даблов. Но навскидку он процентов под 20 закрывается. Да не под 20, наверное, где-то 20 у него и есть. А это очень круто, учитывая, что человек играет с набором 55-60. Вообще говоря о том, как поднимать набор, именно вот будучи на таком уровне, стоит отметить, что никто ответа на этот вопрос не знает. Но если серьезно, конечно, говорить, то, например, в PDC люди, которые находятся за пределами топ-64, очень часто просто хорошо держат сектор и когда-никогда ловят трэбл. То есть у них нет провальных подходов, такие как вот, например, сейчас в исполнении Анатолия Попова, либо предыдущий в исполнении Никиты Иванова. То есть очень мало провалов. Чем выше уровень, тем меньше провалов. Стабильностью берут, в общем. Во многом и Дима Горбунов за счет этого показывает результаты. Но опять-таки, как эту стабильность найти? Ну классно, классно считает Попов. Вот даже сейчас 208, имея в остатке, он пошел в 19 сектор, понимая, что он наберет 39, оставит себе 170. Какое-то окончание. Реально очень хорошо считает Попов. В оба математику и Зотову у нас бы было два человека с прокартой PDC. Ловит трэбл последним дротиком Попов. 89 в остатке, 119 у Иванова, который он не закроет сейчас. И оставляет себе лишь 72. 89 для Попова на брейк. 20 или трэбл. Ой-ой-ой. Ни туда, ни туда. Утроение 15 играет затем Попов. Оставляет себе 24. Блестяще совершенно. Сейчас 64 на 2 дротика у Иванова. 14 под бул. Бул! Ой-ой-ой-ой, очень близко было в исполнении Иванова, да. Что не хватило в предыдущем леге немного Попову, что не хватило немного сейчас Иванову. И 24 для Анатолия.
Ну как же он классно в даблы бросает, а? Ну что с ним поделать? Красавец настоящий. На матч будет бросать Попов. Это в любом случае последний лег. Если его выигрывает Анатолий, то одерживает победу. Если его выигрывает Никита, то у нас ничья. Но несмотря на то, что начало было у Попова, лэг абсолютно провальный. Вот о чем я и говорил, про опережение цифр даблов относительно цифр набора. Вот сейчас 452 после двух подходов, это, конечно, удручающе абсолютно. Но вот сейчас снова облизывает абсолютно все кромки утроений Попов. Однако этого не хватает для того, чтобы нормально завладеть преимуществом. Но и Иванов не особо-то и пользуется шансами. Да, проваливает лэг откровенно сейчас Анатолий. Вот так плохо он не играл сегодня еще ни разу. Я имею в виду на каком-то локальном отрезке. Очень стабилен в целом Анатолий. Но сейчас провал за провалом. В каждом подходе нужно уже щупать утроение, я думаю. Ну, снова единица. Да, что-то совсем разладилось в игре у Попова, и сейчас Иванов 335 на 357, еще и требл ловит Никита, его 75 в наборе, и это уже очень хорошее преимущество, и Попов снова может остаться без победы, хотя ввел в матч и бросал на победу. От Иванова нормально, стабильно сейчас и очень далеко Попов. Просто посмотрите на эту разницу в цифрах, учитывая, что еще и начинал этот лэг Попов. Наконец-то утроение есть, первое вообще в этом подходе, но тем не менее, конечно, преимущество хорошее у Иванова. И есть 60. Сотня от Иванова, оставляет он себе 92, далеко Попов. Два утроения нужно. И снова требл есть, и это неплохо, конечно, и снова классно посчитано. Оставляет себе 170 Анатолий. А почему бы и нет, Анатолий? Почему бы не закрыть 170? Ах. Близкий промах 60. 58 в наборе, 112 оставил, 60 на матч у Иванова. Ой-ой-ой. Сейчас в стиле Дэнни Нопперта или Джеффри Дезвана сыграл Иванов. Мимо мишени бросив и не справляется с топсом. 112 для Попова. Какой путь выберет? 54 под топс. 57 под 36. Ну, конечно же, через 60 идет Анатолий. Это было очень логично. Оставляет себе удвоение 18 в итоге Анатолий. И топс для Иванова. Далекий первый промах. Да. Расплескались дротики по мишени. Удвоение 18 для Анатолия. Удвоение 16. И тоже прощает своего оппонента. Сколько ничьих у нас? Неужели еще одна будет? Удвоение 10. Молодец, Никита Иванов делает камбэк в этом матче. Ну как камбэк? Все-таки бросал на матч Попов, но не сумел. Ничейный результат. Ждем выхода на сцену следующих игроков. Что касается цифр, ну вот снова переиграл своего оппонента по набору Попов, но при этом победу одержать не сумел.